Да блин, да что с машиной? Дорогие, нет! Ой-ой-ой! Дабл килл, давай! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Секрет, Форум, Куёко, Растишка, Думгай, Олег, Гусаня, пацаны, поздоровайтесь. Этики. Всем здорово. Здрасте, люди дорогие. Всем привет. Давно у нас не было рубрики, когда мы друг друга скидываем с крыши, но сегодня будет не просто скидывание с крыши, а еще немножко добавим изюминки. В этом ролике мы сначала выкрутим гравитацию на максимум, а потом ее просто будем понижать. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, кто первый умрет, тот... Лох. Кстати, я сделал гравитацию на очень высоко, и у меня машина просто прижала к земле. Так, давайте проверим. Кстати, из-за того, что у меня очень мощная машина, я теперь буду всех скидывать. Так, кстати, до конца мы не доезжаем. Внимательно. Пацаны, у вас тоже какие-то тени отображаются на крыше? Да, это есть. У меня. Ну, да. Не, не совсем. Есть. Тихо. Чего такие все прижатые? Тихо. Это очень классно. Чего я раньше не догадался записывать с низкой гравитацией? Это же очень круто. Пацану, что загорелся? Бежать от него, он может взорваться, и вы тоже все погибнете. Очинить. Во, смотрите, что делает Хаммер. Это просто мощь. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое. Кто напишет классный комментарий, попадет у нас. Куда, пацаны? Следующий ролик. В начале ролика комментарий попадет. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Так, ну что, первый уже скинулся, а один взорвался, да? Два взорвались. Так. Два взорвалось? Чего это было? А, из-за того, что низкая гравитация, жизни тратится у машины. Да. Походу. Ребята, обязательно досмотрите до конца, потому что в конце ролика будет просто нереально низкая гравитация, машины просто будут летать. От малейшего касания машины просто будут улетать. Одна полша. Ого, уже кто-то чихает. Я вижу, кто-то там на машине дрыщит немножечко. А если по огню проехаться, машина загорится? Пошел отсюда, щенок. Опа. Смотрите, как я его красиво скидываю. Хорошо, что я взял Хаммер. Чувствуется мощь. Отлично. Пойдет. Ну что, у нас осталось трое. Выиграет, конечно же, кто? Мощь. Хаммер затащит. Так, пацаны, будьте внимательны, не мешайте, потому что мы вас просто будем взрывать. И от того, что мы врезаемся в вас, тратится жизнь. Все, еще один ушел, смотрите. Заяц вонючий, твои после... Эй, ты Фауди чего? Нет, я никогда не сдаюсь. Не-не-не, ты умрешь, я тебя просто не дам выжить. Во-во-во, смотрите, у него же коптит машина. В принципе, можно их не трогать, они сейчас просто будут врезаться и поумирают. О, колесо отвалилось. А нет, да-да-да, кстати, у него как-то часть машины прогибается. У тебя колесо отвалилось или нет? У кого голубая машина? У меня. А нет, не у меня. Это синяя машина вроде бы. У меня синяя. Так. Эй, ты куда петляешь? А ну стой, щенок вонючий. Не-не-не-не-не. Так, с шифтом. Блин, ну у меня реально машина... А у меня тоже дымит? Не, у меня не дымит, кстати. За то, что у меня есть впереди мощный передок, у меня это не берет. Пацан стоит наверху, танцует. Но если, ребята, мои ролики ему поднимают настроение... Кстати, сегодняшний ролик, который вышел на канале, попал в тренды. Это очень круто. Это показатель того, что я делаю все правильно. Ну что, вонючий заяц, тебе пора. О, давай, помогай. Давай. Нет. Давай, у него машина проперт. О, загорелся. Ребят, ну я сразу вижу, что я буду победителем, потому что у меня еще машина, в принципе, как новая, с завода. Давай машину, давай, Дима. После полевых испытаний. Эй, мне сейчас загорится из-за тебя машина. Отвали, ты сейчас взорвешься. Нет. Так, договорьтесь. Есть. Эй, из-за того, что гравитация прижимает, мы можем очень резко тормозить. Вы уже вдвоем горите, да? Ну все, в принципе, ребята, можно просто покататься, посмотреть, как они умрут. Эй, отлично. Классно, что мы скачали мод распространения огня. Нет, давайте посмотрим. Я тебе хлеб отдам. Это моя шутка. Долгай выйду. Это я всем хлеб даю обычно. Ну что, твоя машина погибла? У него этот... Погасло. Нет, у него машина дымит. Давайте, короче, тогда скинем его. Давай, я помогу. Нет, ты не поможешь, давайте я уже сам это сделаю. А, у меня колесо пробилось, да ладно. Гравитация, видите, как влияет на машину, они очень быстро разрушаются. Ну, короче, пацаны, если он не может двигаться, я выиграл. Давайте проверим, двигается он или нет. Все. Ну, колеса а где двигаются? Платформа?
победитель. Ну что, ребята, теперь опять берите любые машины, и я сейчас сделаю очень низкую гравитацию. Это была высокая, сейчас будет низкая. 3, 2, 1. Выиграет сильнейший. Так, теперь машина управляется как-то очень-очень, как-то как воздушная. Эй, грузовик же нечестно брать! Да-да. А, вот да, так значит, да? Ну ничего, за то, что ты взял грузовик, я все равно все поскидываю. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, машина как-то ездит, как ватная какая-то. Смотрите! А следующую мы сделаем катку, следующий раунд, когда я сделаю гравитацию 100. Тихо-тихо-тихо, ты дурак, что ли? Я сейчас упаду. Иди, давай его скидывай, скидывай. Нет, я тебя за это скину. Блин. Нет, 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 назад, назад, назад. Так, ну что? Я вижу, я вижу. Все, один улетел. Круто. Так, тихо, тихо, не влезай. Ну все, пацаны, я улетел. А я лечу, лечу. Давайте уже долетим до низа и посмотрим, разобьется моя машина или нет. Кстати, набрала хорошую скорость. Ну нет, от того, что гравитация низкая, машины как-то не сильно бьются. Машины как-то так странно ведут себя. Все, давай, ты его скинешь. Давайте, давайте, давайте. Нет, 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 нет. Ай, я верю. Ой, давай, красиво улетел, мне нравится. Опа, опять загорелась машина. Почему они загораются? Раньше такого не было. Помните, мы сколько раз играли, машины не загорались. А донор не загорались вновь уже. Нет, не загорались. А может этого мода нет? Нет, этот мод был навсегда. Нет, просто аддон обновились. Давай, давай, грузовика скидывай. Ну куёк, ну ты нечестный. Все, отлично, грузовик загорелся. Ребята, ну что, у вас торжествовала справедливость. Он не затащит теперь. У него колеса пробиты. Чего-то хлам перевозит. Там еще какой-то. Давай, давай, давай. Ребята, не забываем ставить лайкосики, это очень важно. Эй, нечестно тушить, помогать. Спасибо, ребят. Эх, команда, да, командос? Да. Ну, давай, 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 куёка. Ой, красиво. А, колеса пробиты, из этого ты упадешь. Блин, классно, мне нравится. Красиво ты летишь. Давайте посмотрим, как он все-таки врежется об землю. Так, теперь баги. Бум, вот это мощь. Ну что, давайте, я болею за красную машину. Все-таки, мне кажется, у него больше. А, я тоже за красную. Да, мне кажется, он выиграет. А есть еще место, пацаны, у вас там? О, я с вами, пацаны. Да. Если упадем, то мы все упадем еще вместе. Я вообще не бабка, я вообще-то это смерть. Давай, давай, давай. Так, нас уже четверо в машине набилось. Да, я с вами. Представьте, когда будет гравитация 100. От любого поворота мы будем просто кувыркаться. Но это будет очень прикольно. Итак, нужно будет очень осторожно ехать. Ой, так, вот это сразу, сбили. Когда мы упадем, вот, нет, только вы не мешайте ездить игроку, потому что удар об игрока занимает, отнимает жизнь у машины. Бум. Ой-ой-ой, хорошо подвинул, хорошо. Я выжил. Ты ж не проиграй, я ж в машине сижу, я хочу выжить. Дима, я, короче, это смерть представляю. Вот, все, сейчас он тебе скинет. Я сейчас буду предсказывать, когда мы упадем. Итак, мы упадем. Блин, я аж головой кручу. Не хочу падать. Растишка, я тебе булку с мясом куплю. Мы тебе чебурек протухший дадим. Растишка, я тебе... На тебе, за то, что стоял из-за машины. Я бабку сбил. Давай, 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 давай. Подрезай его. Главное, что или скинуть, или чтобы машина перестала двигаться. Если машина тоже перестает, ну, не в движении, все, ты проигрываешь. Это было опасно, он сейчас бы сам упал. Ну да. Если вы, короче, будете долго играть, я вам еще сделаю ниже гравитацию. Давай, давай. Секрет, давай, ну же. Сейчас еще минутку давайте подождем. О, спасибо. Нет, это нечестно, пацаны, не помогаете. Должна выиграть справедливость. Так он сделал сам себе машину, починил Дима. Эй, вы чего? Ну, у нас секрет. Если мне починили машину. Нет, не секрет. Растишка сам себе. Так, давайте сделаем еще ниже гравитацию. Делаем. 186. Вообще прикольно получилось. Давай, давай. Блин, я еще в машине сижу. Ну что, пацаны, летим. Это очень веселый полет у нас. Как вы думаете, машина взорвется? О, давайте резко повысим. Давайте. Это было весело. 3, 2, 1. Битва началась. Гравитация 101. Это настолько низко, что лучше, мне кажется, так просто стоять. А хотя мне могут футбольную. Ого, на дыба можно вставать? Смотрите, что не валяшки получаются какие-то. Но гравитацию увеличивать не буду, пусть будет так. Это очень круто. Так, 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 надо без шифта газовать. Во-во-во, смотрите, как легко можно теперь таранить. Тихо, не тихо, машина. Тихонько, тихонько. Да не надо. Все, улетел. Красивый полет.
Так, еще один крутится. Вы что там крутитесь? Бум. Блин, классно. Тихо. Блин, зря нажал газ. Блин, машина теперь прыгает. Тихо, ты дурак что ли? Ты что делаешь? Ну блин. О, я лучше полежу. А, можно переворачиваться, я же забыл. Я брейк-данс на машине танцую. Я сейчас упаду. Давайте, попадай. Да ну, пожалуйста, не надо. Да блин, ты что с машиной? Ой-ой-ой. Все, идите вниз. Еще один. Вот это красавчик. Еще один. Че, вы все умерли? Все попадали. Секрет выиграл. Красавчик. Ребята, следующий раунд мы уменьшили еще гравитацию. Теперь гравитация 73. Это меньше на 30%, чем была. Так, я буду просто стоять и ничего не делать. Нет, ты мне хочешь скинуть уже? Нет, я так тебе не дамся. Надо, пацаны, в таком случае якорь какой-то покупать. О, я вот так буду стоять, все, отлично. Нормально, припарковались. Че, уже вижу, попадали пацаны? Они, вон, еще кувыркаются все. Нет. Улетает, еще один улетел. Еще, давай. Футбольный мяч. Вот он сальтухи закрутил. Брейк-данс. А, я понял, как можно ездить. Надо потихонечку газ нажимать. Просто доли-доли миллиметрика. Вот это они там кувыркаются все. Веселые машинки. Да, говори, хуёк. Я что, пока земли не коснулся. Заныкался. И что, дурак, что ли, меня толкать? Ты хочешь меня скинуть? Нет. Вперед. Блин, ты только что понял. Так нежно управлять. Ого, там голубой как-то красиво выровнялся по красоте. Так, не мешай мне, игрок. Вы мне жизни тратите у машины. Видите, искры идут. Я могу проиграть. Да. Ой, у меня машина высокая из-за этого. Господи, что? Я просто кувыркаюсь. Тихо. Ты дурак, что ли? Нет. Ой. Ну все, я улетел. Земля в иллюминаторе видна. Если буду долго очень лететь. Если поворачивать в полете, то можно бешено крутиться. Да? Дима, ты... Да. Блин, я не знал этого. Смотрите, он брейк. Блин, это круто. Чего я так не догадался делать? Давай, крутись, в другую сторону. Давай, ты чё? Блин, класс. И кто выиграл опять у нас? Думгай, второй раз. Думгай, ну ты молодец, ты просто красавчик. Второй раз. Первый. Ребята, последний раунд, и мы увеличили гравитацию на 300. Это в два раза меньше от задуманной в Гаррис Моде. Потому что машины тяжелые, и хочется немножко повыживать. Но гравитация все равно в два раза меньше, чем должна быть. А чего взяли комбайны? Вы думаете, они мощные? Они ж нифига не умеют. Смотри, я беру назад, сдаю, и ты мне ничего сделать не можешь. Так, на дыба встаем, по красоте, уезжаем, врезаемся в стенку, сдаем назад. Нет, я так не сдаюсь, я буду жить. Осторожно. Ого, я на дыба встаю. Это нормально, у меня хорошая позиция, уперся в стенку и стоим. Ого, кто-то взял грузовик дебелый, вы что, психи что ли? Это БелАЗ. Так, газуй, давайте, короче, разгоняемся. Они меня подняли своими экскаваторами. Это все продумано. Они меня украли. Нет, ты меня не можешь толкать, потому что у меня грузовик вышли. Вот давайте уже скинем, да, большого вот этого красного. Давайте все в него врезаемся. Не лагает. Ой. Тихо. А блин, да что ж машина как додичная, она на дыба встает. Да. А не надо меня, я тебе же ничего плохого не сделал. Нет. О, я по машине буду проехать. Что, скинули большого? Отлично. Самого первого тяжелого скинули. Он нам был не интересен. Нет, пожалуйста. Пока. А, грузовик мой рулит. Не зря я его взял. Тяжелая машина делает чудеса. Ну что, пора скидывать синего. Ага, свалил, я понял. А кто на автобусе? Давайте автобус будем наказывать. Это растишка. Ты дурак, что ли? Ты что делаешь? Пехотный водитель автобуса. Тихо. А, газуй. Отлично, я вырвался. Еще бы немножечко, я бы упал. Ну, упадать я не хочу. Я с Саней. Так, давайте скинем. Я вижу, он стоит персонаж.
Сань, давай сталкивай, молодец, молодец. Ага. Так, все, я хочу. Улетел. Красиво, автобус улетел. Ну что, теперь осталось нас трое. Я должен затащить полюбасу. Не зря же я взял такую тяжелую машину. А давай, ты меня скидывать будешь? Давай. Смотри, даже с места не сдвинуть не можешь. Так, ну что, скидываем белого. Белый, пошел отсюда. Нет. Назад, грузовик назад. Втроем, давай. Полетел. О! Я же нажимал тормоз. Ну все, лети вниз. Давайте проверим, кто-то был остался жив. Кто остался жив? Синий. Гусанек. Гусанек. Ну, как всегда, ты хоть в одном раунде должен затащить. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем. Пока. Пацаны сидели на бомбе и сейчас красиво взорвутся. Смотрим. Дима, ты гравитация. Нормально все, четко гравитация. Слишком долго. Красиво. Смотрите как. Ой, и я взорвался. Прощайте.